есть на счет правила, которые всем более-менее известны, поэтому я не буду специально на них останавливаться. Все, естественно, было, да, рассказано, все было понятно, как поступать оратору, чтобы упорядоченную речь, вообще упорядоченное произведение искусства создать. Но я лишь очень кратко напомню, вот здесь, да, я перечислила всем известные 5 составляющих ораторского искусства. То, о чем я говорю, входит во вторую часть, то есть диспозитио, да, как нам выстроить, собственно, структуру нашего произведения. А чуть позже мы будем в основном говорить о третьей части элокутио, то есть произнесение, и о последней части, то есть пронунциацию, собственно, да, или акцию, то есть выступление оратора. Вот, а кратко о диспозитио, опять же, нам тут не нужно даваться подробности, известные вещи, но просто мы об этом будем вспоминать уже в практической части, когда я вам буду демонстрировать, как это все применяется, да, так сказать, на практике. Напоминаю, что наша речь, а условно говоря, речь — это вообще любое произведение, да, то есть наш танец, там, не знаю, наше выступление, все что угодно, наша пьеса, должна состоять из эксордиум, вступления, да, которое должно быть интересным, может содержать определенные сентенции запоминающиеся. Это та часть вашего выступления или вашей речи, где нужно понравиться слушателям и так далее, чтобы завоевать их расположение. Существуют определенные жесты для эксордиум, в общем, тоже есть множество правил. Дальше самая короткая часть — это нарратио, рассказ, собственно, да, где вы излагаете суть того, что вы хотите представить. И это наиболее сухая часть, да, она должна как раз создать очень четкую картину, да, вот о том, о чем мы говорили только что. Тут как раз должен быть соблюден идеально принцип пиктура поэсис. Значит, самая импровизационная, скажем так, часть — это третья, конфирмацию, которая может включать в себя конфутацию, то есть, собственно, что оратор думает о том, что он заявил в качестве предмета своей речи, да. Тут могут быть разные аргументы, подтверждающие, например, заявленный тезис, да, или опровергающие его, или вообще высказывающие отношение, так сказать, оратора к всему происходящему. Ну и дальше, и тут как раз, значит, место, где можно использовать все возможные риторические фигуры, украшения, все что угодно, здесь пойдет, да, потому что тут у нас как раз пошел патхос, так сказать, то, что Аристотель называет словом патхос, воздействие на слушателя. И дальше теоретики риторики нам советуют сделать небольшую паузу и закончить перорацию. Да, перорацию — это, собственно, окончание, заключительная часть, где нужно, может быть, вкратце что-нибудь самое главное повторить, чем-то удивить слушателя, да, через небольшую паузу, так сказать. Ну или уже французы, Лами и другие, о которых я скажу чуть позже, тоже кратко, да, перечислю, на что я, собственно, опираюсь. Говорят, что, ну хорошо, если уж не хочется 4 части использовать, то в поэзии можно использовать 3, но меньше никак. Да? Это краткий вариант, собственно, он даже имеет, видите, французскую терминологию. Это, собственно, пропозисьон, то есть что вы хотите рассказать. Дальше некое развитие, интрига, да, и развязка, денуэман. Тоже нормальный, так сказать, вариант возможный. Вот. В части нарратио, ну, на самом деле в любой части, но особенно во второй части, да, в части, где вы пытаетесь максимально четко изложить ваш тезис, да, что вы, собственно, намереваетесь доложить, что вы собираетесь развить, нужно тоже, безусловно, следовать определенным правилам, и я об этом упомяну, потому что именно вот эта часть риторики, о которой сейчас скажу, и привела к некоторой ее компрометации, в конце концов. Да? Я имею в виду ту часть, которую Аристотель называет топика. Топика что такое? Это учение, собственно, теории аргументации, да? Как вообще любой вопрос развивать, да, в вашей речи. Или же по-другому называть еще учение об общих местах. Вот эти вот общие места, в конце концов, да, и, так сказать, сыграли с риторикой злую шутку именно из-за них. Ее стали считать временной действительности, скучной, да, сухой и так далее, но на самом деле я сейчас попытаюсь объяснить, зачем были нужны эти общие места, что это такое, и почему, на самом деле, в момент расцвета риторики они не воспринимались как нечто отдельное от действительности. Ну, подробно говорить не буду, потому что можно почитать того же самого Аристотеля, естественно, он, как и многое, да, многое другое, первым эти топосы сформулировал и выделил, ну, что это такое. Это те инструменты, которые у вас есть, чтобы рассуждать на вообще любую заданную тему.
Дело в том, что мы помним, что мы не можем рассуждать как бы о чем-то, что мы сами не считаем истинным, ну, то есть с чем мы не очень-то знакомы. Да? Если мы не приближены к предмету нашего рассуждения, то рассуждать вообще воспрещается. Это прям даже опасно, да? Потому что мало ли что вы там посадите, какие зерна в умах ваших слушателей. Поэтому нужно попытаться, значит, с помощью максимально обобщенных инструментов на любую заданную вами тему нечто похожее на истину, правдоподобное сказать. Да? И вот как раз Аристотель выделяет плод. Эти вот, как кто не стремился, выявить какую-то невероятную индивидуальность. Наоборот, было интересно в частном проявлении увидеть нечто универсальное, общее. Таким образом, ну, не зря риторику часто называли по отношению к античному миру таким инструментом к обобщению действительности. Да? Обобщение действительности — это хорошо. То есть, почему я об этом говорю? Потому что, ну, может быть, для нас, опять же, для нас самым общим образом, да, мы с вами, так сказать, понимающие, но вообще для современности, скорее всегда, да, предпочтительна индивидуальность. Вот. А в то время совсем нет. Да, предпочитали удивляться, радоваться и вообще видеть в частном общее, а не наоборот. Да. Потом, так сказать, стало интересно вообще только частное, без всякого общего. Вот. В интересующую нас эпоху все было совсем по-другому. Наоборот, хорошо, в общем-то, чудесно даже, что в каждом частном мы можем усмотреть общее. Да? В этом тоже есть некоторое философское умение и предмет для удивления. Ну вот, значит, таким образом мы с вами сказали про пиктура поэсис, про типологизацию, да, вот эту топику, общее в частном, второй такой важный принцип. Третий важный принцип заключается в, может быть, чем-то более приятном, который уже очень скоро приведет нас, собственно, к теории эффекта. Заключается в том, что барочный человек, как мы знаем, стремится к естественности, но собственным своим путем. А именно он стремится улучшить, преобразовать, да, сделать более прекрасной саму природу. Именно поэтому во всех областях тогда, в Франции 17 века, да, идея, так сказать, улучшения и делания чего-то более прекрасным универсально. Да? Например, у нас не данс, а бель данс обязательно. Да? Все должно быть обязательно прекрасным. Или там какой-нибудь журнал, один из самых популярных, называется не просто там какой-нибудь вестник или что-то, а галантный Меркурий. Да? То есть он еще лучше, чем просто Меркурий. Он галантный Меркурий. Вот. То есть идея придания чему-то специального, мы в кавычках говорим искусственного, но только в самом хорошем смысле, да? Специального, скажем, человеческого украшательства приветствуется. Вот. В связи с этим возникает, точнее, не возникает, разумеется, да, возникает это все в античности, а развивается невероятно учение об украшениях речи. Да? И на самом деле очень многие трактаты того времени, 17-18 веков, в основном посвящены именно этому. Искусство убеждения уже не очень интересно, да, речь у нас меняется на кадуцеи, как помним, в риторике. Вот, интересно, как красиво сказать, потому что на самом деле именно в этом и заключается новизна. Да, потому что мы с вами помним, там топика, то все, значит, все должно быть как у всех. Но в чем же заключается новизна? Вот именно в том, как вы применяете украшения, то есть фигуры.